One more good one, you might. Almost, yeah. One more good one, you'll have them. There you go. That's good. Why we stay off the road, that's for sure. This guy is bumming. Trying to yank it off here with the bomber and see what happens. Get everything all hooked up and do a little more filming and see if we can get this guy out of here. Otherwise, we're gonna have to get a bigger unit to get this guy out. Hopefully, it doesn't go down all the way. So, we'll be back. Well, we're all hooked up. We're going to try to yank this guy out of the ice. He's in there pretty goddamn good. I don't know. We know what happened. Oh, shit. That went down further yet. She's teetering on the edge. She's damn near ready to drop. Careful over there. Hey, don't walk over that by that ice. All that shit is weak. Well, she's only one more tug away from going through all the way. Last tug, it dropped down another 6-8 inches. So I don't know. We have to run chain to chain, I believe. We're rolling. Yeah, you got Doug Agin here. Rescue man, as usual.
This is what not to do on Lake of the Woods. This is a big truck. In the middle of March. Safe. It's safe. Not at all. One more tug, it might be past the windows. It might be gone. We got some heavy duty ropes coming out now, so we're gonna see what we can do. Yank it out with the bomber or whatever. We'll see what happens. Fuck. Fuck. Back away, guys, eh? Holy shit. You know what we gotta get done? That bomb cherry. There it goes. It's going to the bottom of Lake of the Woods. Holy shit. It's gone. Spin it. Slow. It's slow. Да, я не знаю. О, куда разогнался, блядь? Идиот, ёпти. Выпрыгивайте, давайте. Быстро. Иди к Женьке иди. Туда. Зайка, у вас этот пар. Быстрее. Открывай. Ух ты, вот,
сломал. Не газуй. Вернемся. Чего? Ковром. Ну, вернемся. За каким ковром? Ёба, там может пенек быть, Леха. Все может быть. Нет, тут нет никаких пеньков. Все, зашибло. Ой, куда-то мы въехали. Это было глубоко. Блять, хоть бы ради не пробили. Правее, правее, бери. Вот под мотором не пройдет. У меня есть забродник, но они холодные. Стой! Ёб твою мать! Ты зря так, парень, первый лед. Что ты наделал-то? Твою мать. Не думал, что так. Пьяный? Ну, не, немножко, да. Понятно. И чё? Пиздец ей. Ну, кому позвонить? Ну, блядь, что, друзья, нет, братья, кто есть, блядь? Отойди оттуда, отойди. Отойди, отойди. Пиздец. Отойди. Ушла она нахуй, там глубина. Там 5 метров, ёпта. Пиздец. Да, здесь вот так можно, ёпта, первый лёд. Стоп, стоп, знаки я туда. Я тебе... Стоп. Знаки вправо-влево. Вон знак, вон знак. Вправо-влево, стоп. Серёжа. Вправо-влево, стоп. Ладно, видишь? Всё, я молчу. Они знаки дорога обозначены. Знаками? Дорога, стоп, да. Стоп, значит, у тебя... Вправо-влево, стоп. Значит, вправо-влево, стоп. Твою... Тихо! Он же бег! Быстро! Подожди, Ренат, подожди, Пеппа посольет. Все нахуй. Давай, Ренат, все, жми. Подождите нахуй. Сама пошла. О, жопу намочишь, им все, спросил. Все, дома. Говори! Ты надо спускать нахуй. Открылась. Так я ее открывал уже. А, уже. Из отсюда запихивал. Как часики. Да. Ну это еще у тебя капу курица у нас. Какой-то для того будет, как раз полный раз. Да. Удовольствие. Магнитола успела заехать наполовину, но не сломалась. Мужики, пивка? Вон его фотоаппарат лежит. Да, да, фотоаппарат лежит. А вот он, тюнер. Просушить. Двигатель целый, колеса целы. Ну, помятая такая, зато легендарная. Boy, am I glad I ain't out there.
Oh, look what just floated up. Yeah. Yeah, look at he's the cooler. Oh. Пошли! Давай! Давай! Удачное спасение, блядь. Вот такое это кривой бывает. Палатка ушла под лед, ящик. Все, под лед ушло. О, жизнь спасли. Кривая. 11 ноября 2019 года, блядь. Много народу осталось. Оторвало. У нас-то нет новых людей. Почему не все каждый на маленькой льдинке, блядь. Не на одной большой. И там на кусках. На маленьких кусках они. Там вот. Вон там, вон там. Вон там. Очень быстро оторвало. Вот падаем теперь. Приехали. Она уходит, Папета, уходит. Она уходит, Папета. Давай. Да куда? Давай. Давай, ну так, ёбаный. Давайте, ну! Победа, она уходит от тебя, долбоёб! Давай! Ну! Ох, ебесинская сила, блядь! Ну давай быстрее, ты, ёб твою мать! А! Бля, ну подожди, блядь! Стойте, стой! Сука, спасай нас быстро, ехай! Я залез! А боже, сука! Давай, сука! Стой, уходи от меня! Блядь! Вот так вот у нас. Вот так вот у нас проходят рыбалки, чувак вылезти не может. Вообще не может вылезти. Ну. Вот, блядь, он уже 3 метра покопал, блядь. Говорили ему нахуй там вчера проваливать. Пиздец, ну пол. Вот так вот. Ну вот так вот народу вот столько, блядь. Вот так вот. Мы вот рядышком с Людой, мы не экспериментируем нахуй. Мы рядышком. Людка, привет. Все. Мы рядышком. Вот мы возле берега сидим в 10-20 метрах. Ебал, он сейчас остынет нахуй, охуеет там. Конечно, ебаный. Шутит что ли? Ну вот так вот, Серега. Не знаю, когда он вылезет вперед. Это наши дороги к Ушкарасу. Вот, ездим по речке. До тех пор, пока не провалимся. Ну давай!
Опасно ходить по проталинам.
можно расстаться с жизнью. Да ничего, главное, живой остался. Фух.